Стульского спорта есть перспектива. Работа фонда с оптимистичным названием, который появился в области в апреле прошлого года по инициативе губернатора, уже реально ощутима. Сегодня наша съемочная группа воочию убедилась в этом. Тепло и сухо. Еще недавно в областной школе Олимпийского резерва не могли этим похвастать. Здесь были установлены окна с нарушением технологии, то есть точка росы находилась внутри помещения, в результате чего грибок образовался, влажность грибок. Были переставлены окна, было проведено утепление фасада, потому что то, что было, не соответствовало никаким нормам. На ремонт школы в этом году не были заложены средства, и перспектива выполнила работу, не дожидаясь следующего сезона. В июле 16-го губернатор провел совещание с представителями спортивных федераций области, на котором обозначился ряд проблемных вопросов. И эти вопросы сегодня успешно решаются фондом. Были перечислены денежные средства на содержание, если мы говорим про спортивную федерацию хоккея, это занятия для детей слэдж-хоккеем. В ноябре возникла задача финансировать молодежную, студенческую, так сказать, команду, тоже по хоккею. По волейболу федерация волейбола получила поддержку в виде финансирования женского волейбольного клуба «Тулица» и также баскетбольного клуба «Арсенал». Два образовательных учреждения получили помощь в виде ремонтных работ. В этом списке как раз школа, где тренируются дзюдоисты в Туле, и еще один крупный проект – ремонт общежития колледжа Олимпийского резерва в Новомосковске. Сейчас на данный момент, к концу декабря, были заменены все окна, они все на пластиковые, там окон очень большое количество, девятиэтажное здание. 70-х годов не ремонтировалось, досталось нам, как говорится, я уже говорил давно, это такое, знаете, наследие от Министерства спорта Российской Федерации. Планов у фонда на сегодня очень много, и все они направлены на то, чтобы в области не только профессиональные спортсмены процветали, но и простые туляки делали выбор в пользу здорового образа жизни. Полина Ермолаева, Андрей Куничкин, Вести Тула.